пальто. Потому что если оно идет, то уже это надо. Эксперимент не удался. Георгия. Ну, вот как-то вот так. Там, да? Дальше. Мария. Мария. Вот там, да, вы пристройтесь. Это Мария. Я поняла. Мария. Ежика в тумане. Сережа? Ну и мне понравилось. Интересный. А, Сережа? Интересно? Ну, нормальный такой. Ты первый раз посмотрел? Да, первый раз. Может быть, я, может, это не вник. Не вник, может быть, потом вник. Мультик хороший. Значит, первое просит написать от того, кто это придумал и нарисовал. Нет, это извините. Придумал это русский народ, нарисовала Франческа, а я режиссер. А режиссеры, как известно, они паразиты. Поэтому могу написать от паразита режиссера. Да. Хочет испытать радость, нельзя ни в коем случае отнимать у него эту радость. Это ну, так, вам большое спасибо. Я автографы не беру. Я написал. Вот, да, я понял. Потому что здесь имя Шукшина, который один из моих любимых людей. Я вам дарю оберег, если у вас наступят какие-то неприятности, одевайте его. Эти неприятности потому что они вам дала. Я буду эту лампочку. Да лампочку. Я буду, я. Одевайте. Не надо, не надо. Так. Если она зажжется, вы поймете, что генератор работает. Будете светить. Спасибо. Мультипликатор или вы? Я мультипликатор, преподаю мультипликатор. Я режиссер фотографии. То есть для вас кто тогда Нарштейн получается? Нарштейн получается тот, на кого я равняюсь. Я всю жизнь переформатировал всего. Из бурбзора вообще. Все стало на Тоже Алиса. Я Алиса. Да. Так, так Алисе. Это вы не сговаривались, стали рядом? Нет, это случайно? Нет, это подруги. А, подруги? Они вместе, и они, значит, подружились по именам, да? А у нее все. Дело в том, что, я не знаю, читали ли вы стихи Рембо, где он пишет о буквах, звуках и цвете. Вот. И вот, когда вы сказали Инга, то явно Г, конечно, будет. Да. Здравствуйте. Да. А можно здесь попросить иностранное имя, только вас выберут? Так что, как? Ну, мне очень понравилось. Потом выяснилось, что это, оказывается, автор, человек, с которым я очень хорошо знаком и даже дружен. Полетит письмо из дальних мест тебе в Москву. Зубовский проезд. Кто? Владивосток. По Владивосток. Чуть-чуть подкорректируем. Евгений. Так, кому? Да, Евгений Филиновой. Евгений. Я впечатлением уже не снимаю. Камера хорошо. Или рыжий да седой самый дорогой. Вот теперь я седой. И под рыжим и дорогой. Он между двумя самыми дорогими. Вот это команда «Ва-банк». Можно так сказать? «Ва-банк». Ой, это один из моих любимых фильмов. Вы знаете этот фильм? Конечно. Да вы, ну как же это, команда «Ва-банка», вы не знаете этот фильм? Ну, да это глупая. Замечательный фильм. Знаю, поэтому и назвали. Он такой и горький, и очень ироничный. Да.
Команде «Ва-банк»? Да, мы благодаря вам, выиграли, вошли в финал чемпионата по республике. Да, был вопрос, назовите еще персонажа, кроме ежика, и никто не назвал Филина. Кошмар. Кошмар. А собака. А там же еще а собака была. Нет, всех назвали. А светлячок, а дерево. Дерево. А колодец. А Филина забыли. Ужас. А рыба, рыба. А мы были единственная команда. А медвежонок. Ну, я самый главный. Вот там вот нашли в открыточках, да. Поэтому вы для нас талисман. Так. Ой, можно это? Полминутки подождать. Да. Да. Вот если можно, вот здесь ребенок захотел белым. Юли. Пожалуйста, белым. Да. Так, Юли? Да, все, мы здесь снимаем. Мне нравится, когда добавляют. И молчите. Так. Подождите, что пошло. Ждем. Ага. А это, собственно, мне. А это фальша. А это да. Это фальша. А я не буду. Потому что у меня-то подлинный. Я когда увидела, я не выдержала. Вот это подлинный. Как здорово. Вот это да. Вот это я понимаю. Здесь лейбл банк открытие. А это все, это не зарабатывает нам ни деньги. Кошмар. Да, но гадя. Я не смогла выдержаться. Так, так, давайте, кому? Я же. А почему Мишель? Расскажи, почему Мишель не честь? В честь моего дяди. А, ну так вот, я же говорю, какие связи? Как сказал поэт, Брюсов, есть тонкие властительные связи, без контура и с запахом цветка. Запомни. И кто такой поэт Брюсов? С этого начинается образование. Так. У нас профессия сказочная, но мультипликатор. Это не профессия, это диагноз. Это уже диагноз. Вот, жизнь. Еще и педагог, так что это замечательно. Рад, что могу поздравить вас с днем вашего личного Нового года. Да, да. И пожелать мне профессионального какого-то, не знаю. Желать профессионального? Какого-то не знаю. Я не педагог, я преподаю студия «Калейдоскоп». Ну, я промолчала скромно. Ну вот. Вот это тот самый случай, когда молчание не золото. Так. Видите, вместо романтического пожелания, я желаю вам по временам костылять своих студентов по шеям. Это случайный ритм. И учеников тоже. Ну а как же, конечно. Они того заслужили. А если не заслужили, то вперед, значит, будет. Они будут записывать. У меня свое костыляние я уже получил. И оттуда уже опять эта фамилия возвратилась сюда. Но это легенда. Вот это, ну нет, дело в том, что это зато красивая легенда. Я подписываю на вас, я просто это... А вы просто в парах счастья. То, что называют во Франции бистро, это произошло от казаков, которые говорили быстро-быстро. Быстро-быстро, да. А мы как раз потомки, редкие потомки тех самых, которых убивали. Абсолютно этой фанаберии, так и все. Мы с ней действительно очень хорошие, просто друзья. Что, а студентов-то? Нет, себе. А, к себе. Себе, я уже так. Настя Воронова. Настя Воронова. Так. Сидели, помните, Карпов такой замечательный, великий шахматист. Конечно. Анатолий Карпов, да. Знаете, да? Конечно. Мы с ним сидим. Спектакль еще не начинался, я говорю, Анатолий, так что, романтика в шахматах кончилась? Он говорит, кончилась. Я говорю, а вы-то помните это время, когда вы играли, а на площади Маяковского вся была запружена народом. На хоккее такого нет. И все стояли с этими шахматами. И когда выносили новый ход, все начинали. Это было невероятно. Он говорит, да, я говорю, а сегодня уже ушла порядочность, и никто не сможет
войти в такую степень порядочности, чтобы отложенную партию не смотреть на машину. Даже сегодня отложил партию, раз, две машины, эти на этой машине, не знаю. И что? Пропадает сам момент творчества, абсолютно пропадает. И он говорит, да. И вдруг добавляет, а я все-таки открыл в Сочи шахматную школу. Вот это мне так понравилось, что вот он все равно остается романтиком. Вот Каспаров этот... Кир Иванович. Со стороны. Ой, трамвай к ёжику. Блеск какой, а? Слушайте, ну вы просто... Это ж надо, как красиво. Но это очень красиво, конечно. Трамвай к ёжику. Знаете, что дело? Дело в том, что по поводу ёжика много пошлости. Но есть вещи такие остроумные, что я говорю, их патентовать надо. Например, какой-то человек увидел мою картинку. Я в Японии когда-то написал ёжика в японской шляпе и с посохом. Не с посохом, а с палочкой, и он несёт свою зиму. Ну и вот кто-то увидел это. И дальше вот этот некто, я не знаю, кто. Нарисовал, знаешь, красный треугольник, знак дорожный, да? И в нем внутри черный силуэт ежика. Очень хорошо по этой, да? Он сделал, только он убрал японскую шапку, эту самую шляпу, нарисовал ежик. И предлагает это в качестве дорожного знака тумана. Ну и блеск. У меня в студии висит этот знак. Я не знаю кто, потому что это не я. Блять, это кто-то сочинил. Но ведь блеск. Казалось бы, вот что, МВД должно было бы... Чувство юмора есть у него? Ну, шикарно. Предложим. Сомневаюсь. А? Чувство юмора. Нет, есть, ну, есть. Нет, там попадаются. Однажды ночью я возвращаюсь, час ночи бегу на эскалаторе в метро Октябрьской в Москве. Бегу с тем, чтобы успеть пересесть еще на пересадку. И вдруг за мной мент. Я думаю, что он за мной бежит? Я быстрее припускаю. Он за мной еще быстрее. Я вылетаю на эту самую площадь, поезда еще нет. Вдруг он ко мне подбегает, Юрий Борисович, дайте автограф. Я так люблю ваш фильм «Сказка сказок». Не ежик. Наш человек, да. Так что извините, нет. Давай к ежику, но это просто блеск. А еще у нас в студии висит в интернете кто-то. Взял картинку, сидит Фрейд, натуральный Фрейд. На кровати ежик с узелочком. Знаете, там написано. Сейчас вопрос. Так что вы помните лошадь? Ответ ежик. Как в тумане. Ну это же блеск. Просто блеск. И еще нам прислали картинку. Кто-то сфотографировал заднюю плоскость фургона. И там кто-то на грязи, щепкой нарисовал, причем нарисовано с блеском, прям вот единым таким, ну это как японский рисунок, с таким блеском и стихи, что если тебе скучно и что тебя гложет там тоска, зайди в лес и крикни «Лошадка!»